Итак, друзья, у нас четвертый вопрос, да? Да, четвертый вопрос, да. Девочке 4 года, не говорит ни одного слова. Иногда кажется, что она глухонемая, хотя на самом деле она слышит, потому что очень любит слушать музыку. У нее хороший зрительный контакт с людьми, она любит наблюдать, подвижна и физически развита. Да, но вот, знаете, почему-то в последнее время таких деток стало больше. Если 20 лет назад я такое бы услышал, надо же, ну вообще, патология страшная. Сейчас что-то нет-нет, да где-то в 3,5, да, 4 года, ну, в 3 чаще. Родители приходят с этим, что ребенок слов не говорит, при этом по всем остальным параметрам нет сомнения, что ребенок здорово развивается и все остальное. Я извиняюсь, а он, наверное, же все равно как-то общается, но просто невербально, он как-то жесты... Ну да, да, эти дети общаются, но раз в 4 года их воспринимают адекватными, то значит они общаются как-то или жестами, или еще чем-то. Глазами. И, ну, давайте мы сразу отсечем то, что относится к медицине. Понятно, что есть тому иногда медицинские причины. Это могут быть неврологические нарушения, это могут быть еще какие-то вещи. И, ну, чаще всего именно неврологические, то есть не связанные с речевым аппаратом. И эта тема не моя, я в нее сейчас заходить не буду. Понятно, что если такое есть, то ребенка стоит на эту тему обследовать. Но что интересно, практически всегда вот те истории, которые я на эту тему знаю, а я их знаю, наверное, ну с десяток так где-то за последние годы, врачи все пожимают плечами и говорят, что на уровне медицины 21 века этот ребенок практически здоров. То есть вот, ну, странно, что он не говорит, не вяжется. Да? Бывает даже спрашивают родители, а у вас хорошо со слухом-то? Может, вы плохо слышите, что ребенок говорит, а вы не слышите сами, да? Вот, и... Что интересно, большая часть этих деток, ну, я думаю, ну, может быть, две трети, они вдруг начинают говорить спонтанно, причем у них такая речь, как будто бы они все эти 4 года разговаривали, ну, вот где-то от 4 до 5 лет. Так, последнее, что я помню, самое позднее, это 5 с небольшим, ребенок 5 лет молчал, думали, ну, все, уже ничего не скажет, готовили его в специальную какую-то школу. Вдруг ребенок начал в 5,5 лет разговаривать нормально, как будто бы так делал всю свою жизнь. Тут можно лезть в глубокие причины, почему это как, что в этом месте помогало вот, по опыту моему работы с такими родителями. Обычно родители в этом месте же очень напрягаются, да, ребенка таскают по врачам, по тем. Потом они устают от этого всего хождения, что все безрезультатно, находятся в неком состоянии такой, да, вот, фрустрации. Потом у них новый цикл напряжения, что мы вот хотим в это дело включиться. Но когда у них период спада активности, они все равно в этой теме очень напряжены. В какие-то моменты некоторые родители решают все, значит, вот такой у меня ребенок, я на эту тему больше не напрягаюсь. Я не только перестаю его таскать по врачам и еще кому-то, но даже в периоды, когда у меня спад активности, я все равно на эту тему не напрягаюсь. Все, это моя жизнь, вот ребенок у меня нормально соображает, ну, кто-то разговаривает, а он не разговаривает, ну и все. И спустя несколько недель после вот этого очень глубокого такого принятия ситуации, ребенок начинает говорить. Поэтому первое, что я бы в этой ситуации посоветовал, попробуйте, это не навсегда, это на неделю, на две, попробуйте вот принять это так, как есть. Принять, что, возможно, ваш ребенок никогда не будет разговаривать. Это не про ваши действия. То есть вам не нужно на эту тему сейчас менять уклад жизни, еще что-то. Это просто про ваше внутреннее состояние. Когда вы этой ситуации говорите, да, возможно, это так и останется, значит, мы будем жить так, и мы найдем варианты вот нормальной, счастливой жизни. Неделя, две, три, поживите в этом состоянии и посмотрите, меняется что-то или нет. Возможно, за эти 2-3 недели ситуация провернется. И второй слой, второй пласт, он как раз про вот эти вот глубокие системные вещи, о которых мы сегодня уже говорили. Есть такое понятие в системной психологии, как семейная тайна.
Это то, о чем нельзя говорить. Это то, о чем не принято говорить. Это то, что когда-то кем-то было скрыто, и, возможно, уже там следующие поколения, они про это даже и не знают, что была какая-то тайна. Но мы часто в нее упираемся, когда работаем с диагностикой разных болезней, симптомов, вот этого детского молчания непонятного. Почему это связано именно с молчащими детками? У этой проблемы есть такой, ну, символ, что ли. Нельзя говорить. Вот, так это можно условно себе представить. Ребенок уже рождается с некой программой, где у него есть такая фраза «нельзя говорить». Нельзя говорить о чем-то изначально. Для ребенка это просто нельзя говорить. Страшно, страшно разболтать что-то. Обычно это какие-то очень тяжелые истории, связанные иногда с, ну, какими-то внутрисемейными отношениями, опять же, с инцестами, иногда с какой-то военной ситуацией. Бывает, я помню одну такую историю, когда один человек, там, чей-то прадедушка, где-то проболтался, и из-за этого, значит, большую часть семьи вырезали. Эту историю скрывает, потому что он как бы предатель всей семьи, да, он там не то, что его пытали, он не под пытками проболтался геройски, да, а он как-то вот глупо проболтался, и от этого семью постигла эта трагедия, и об этом не принято говорить, там потомки, которые остались, и в этой системе они все такие немножечко молчаливые сами по себе люди были, они этого не знали, это мы потом историю эту раскопали, вот, и вот у них тоже это, да, нельзя говорить. Говоря что-то, ты можешь что-то разрушить, это опасно. А дети, они же самый слабый элемент в системе, и обычно через детей это как раз и проявляется напряжение, которое есть у родителей, в системе, в поколениях. И вот этот принцип «нельзя говорить», он иногда работает, и сделав соответствующую психологическую работу на эту тему, можно ребенка от этого освободить. И ребенок вдруг потихонечку или сразу резко начинает болтать, и это все дело проходит. Пока вы не можете эту работу сделать, да, давайте я хотя бы что-нибудь предложу, что можно поделать самостоятельно с таким ребенком. Это некая конструкция в вашей голове, которую вы можете проговаривать мысленно самостоятельно, а можете и ребенку ее озвучивать. Она примерно такая. Ты не отвечаешь за наши взрослые проблемы. Это наши проблемы, мы с ними разберемся сами. Тебе не нужно делать это ради нас. Мы большие, мы справимся. Вот такое может быть в голове у данных родителей. Такое можно иногда проговаривать ребенку. И неважно, ребенок вас понимает или нет, да, какие проблемы, и с чем мы справимся, это не так важно. Иногда детки в этом месте очень расслабляются, и это заметно. Когда ребенка такое проговариваешь, он прямо так телом даже расслабляется и там, иногда засыпает, если это на ночь происходит, или еще что-то. Вот попробуйте с этим пожить. То есть этим способом вы освобождаете ребенка от того, что он должен что-то нести за вас, за какие-то предыдущие истории. И иногда это может подействовать тоже достаточно быстро или со временем само, без какой-то очень глубокой психологической работы. Ну вот пока так, да, пока у вас нет рядом специалиста, который может это очень глубоко исследовать. Смысл не в том, что мы произнесли эти слова, а в том, что человек, который их произносит, он их проживает, как бы, да? Да, То есть и да, да. тогда вот он, оно передается. Но смысл еще и в том, чтобы ребенку в 4 года все-таки они прозвучали, и важно, что ребенок не смысл, не суть самих этих слов поймает, а он поймает это отношение от родителей. Поэтому пусть они прозвучат, это нормально. Ну, если комфортно это проговорить ребенку, да, это не надо делать через силу еще как-то. Но если это комфортно ребенку проговаривается, если родители это могут сделать, им от этого хорошо, то это можно проговорить, чтобы ребенок хотя бы, ну, вот в голосе услышал этот посыл. Это важно. Хорошо. Я хочу поблагодарить Михаила за ответ на этот вопрос, и мы тогда движемся в направлении следующего.